начинаем с общего стока. Иньон. Встаем третьими пальцами. Иньон – это точка или иньон? Это зона. Это зона. Это зона, потому что у нас же здесь пресс герофила. Вот он, пресс герофила, это вот это возвышение, называется пресс герофила, внутреннее затылочное возвышение. И на нем, в его области, сходится дупликатура твердой мозговой оболочки от палатки мозжечка, вот, и от серпа мозга, и от серпа мозжечка. И получается такой ромбик. И там какое-то количество миллилитров крови есть. Соответственно, нам нужно вот эти вот углы, как илиоцекальные, да, нам нужно их расслабить в этой твердой мозговой оболочке, для того, чтобы она, серп относительно палатки, двигались совершенно спокойно. Так,